Воспитание активной, талантливой и инициативной молодежи – приоритетная задача для всех организаций и объединений, работающих со школьниками и студентами. Ведь от того, какую поддержку и помощь получат юноши и девушки в начале своего пути, зависит, насколько активными они будут во взрослой жизни. Эта тема стала повесткой встречи представителей Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома с руководителями наиболее активных объединений региона. Участники открытого диалога подвели итоги года уходящего, а также определили перспективные направления для работы на будущее. Очень радует, что у нас на Брещине в этот процесс, воспитания молодежи, трудового, нравственного, эстетического, вовлечены множественные структуры. Это прежде всего наши общественные объединения. Они разноплановые, они разнохарактерные. Мне кажется, что чем больше будет такой активности, тем ярче будет молодежная жизнь Брещины, и, в принципе, тем динамичнее будет двигаться наше общество, потому что молодежь – это самая активная и самая перспективная его часть. 2016 год для молодежи города Бреста и региона получился насыщенным и интересным. Большое количество самых различных мероприятий принимал областной центр. Особенно активно включились в программу культурные учреждения. Праздники, встречи, флешмобы, конкурсы. И это не полный список большой программы. Не отставали от культурных учреждений и спортивные объединения. Сборы, соревнования, турниры и первенства – эти и многие другие мероприятия внесли свою лепту в дело воспитания молодежи. Конечно, есть это лидеры в нашей области, такие общественные организации, как Белорусский республиканский союз молодежи, организация БРПО, ну и, конечно, это самая массовая организация нашей области. Ну и, конечно, не отстают от них менее массовые, но тоже активные. Это, конечно же, мотоклуб «Золотое крыло», в защиту жизни, семейных ценностей. Безусловно, когда твоя работа оценивается, когда видны положительные результаты от твоей работы, чувство удовлетворения испытываешь определенное. Можно действительно с радостью отметить тот факт, что нам удалось определенные положительные результаты достигнуть. Порядка 30% отмечается снижение подростковой преступности на территории Брестской области. Еще более приятно отмечать тот факт, что практически в 3 раза сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних по линии незаконного оборота наркотиков. В торжественной обстановке заслуженные награды получили порядка 20 организаций. А это представители БРСМ, пионерской организации, те, для кого работа с юношами и девушками – приоритетный вид деятельности, специалисты в погонах, сотрудники УВД, МЧС, администрации физкультурно-спортивного общества «Динамо» и многие другие. За особый вклад в реализацию молодежной политики в Брестском регионе свою награду получил и коллектив телекомпании «Бук-ТВ». Памятный знак и диплом займут почетное место в нашей большой коллекции.